Добрый день, друзья. Хотелось бы поговорить на такую тему, как влияние секса на умственные способности женщины, девушек. Вот. Есть такой врач-сексолог, Алексей Полеев, по-моему. Он, значит, в эфире телеканала HCH заявил, что секс, регулярный секс и тем более оргазм очень положительно влияет на работу мозга, значит, тем самым восстанавливая нейронные связи мозга. Вот, значит, и помимо всего прочего, влияет еще также в целом на организм, например, на дыхательную систему, потому что во время оргазма начинает работать те участки легких, которые в обычной жизни не работают. Вот, и тем самым они очищаются от разных инфекций. Понимаете, в чем прикол? Вот, теперь понятно, откуда в этом мире столько тупых баб, значит, потому что они ни хрена не занимаются сексом. Вот.